Красота, порядок и чистота. Это характерные черты города для жизни. Все эти качества начинаются с каждого из нас. Но сегодня мы вам расскажем не о энтузиастах, а скорее наоборот, о вредителях. Где, зачем, как и кто переворачивает мусорные урны? На все эти вопросы мы постарались найти ответы. Случай произошел на улице Пушкина. Его история весьма банальна. В отдел департамента охраны МВД поступил сигнал о срабатывании сигнализации в одном из заведений города. По прибытию к милиционерам обратилась гражданка, которая и рассказала, как неизвестный в темное время суток опрокидывает мусорные урны на тротуар. Посмотрели видеонаблюдение, отрабатывали территорию сегодня, заметили схожего по приметам гражданина. Ну и задержали. Милиционеры сработали очень быстро. Ну а правонарушителем оказался Эдуард Бубнов. Справедливости ради стоит отметить, вину свою он не отрицает. Нельзя, абсолютно нельзя. Я в этом раскаиваюсь. И впредь такого больше не будет. Да и стоит сказать, эта история не рассчитана на то, чтобы кого-то обидеть. Скорее, она поучительная. И не будет лишним раз повторить. Чистота города начинается с каждого из нас. Поэтому давайте уважать свой и чужой труд. Тогда Бобруйск точно станет уютным, красивым и комфортным для жизни. Максим Кимбель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.